Седьмой класс, 26-я серия. Решение задач. Задача первая. Найдите два числа, если 4 седьмых одного равны 2 пятым другого. Их сумма 136. Назовите меньшее число. Обозначим эти числа за x и y. 4 седьмых одного равны 2 пятым другого. Сумма этих чисел 136. Значит, в первое равенство вместо y можно подставить 136 минус x, поскольку известна сумма этих чисел. Получится уравнение с одним неизвестным. Решая это уравнение, находим x. x 56. А второе число 136 минус 56 – 80. Надо назвать меньшее. Меньшее число – 56. Задача вторая. Какое число надо вычесть из числителя дроби 57 73 и прибавить к ее знаменателю, чтобы получилась дробь 5 восьмых? Обозначим это число за x. Тогда числитель будет 57 минус x, знаменатель 73 плюс x. И должна получиться дробь 5 восьмых. Это уравнение можно решить по свойству пропорции. Произведение крайних равно произведению средних. Решая уравнение, находим x. x равен 7. Это число 7. Задача третья. Фрукты при сушке теряют 75% своего веса. Сколько надо взять свежих, чтобы получить 45 килограммов сушеных? Итак, если они теряют 75%, значит остается 25% или 0,25%. Процент – это сотая часть. И 25% – это 45 килограммов. Значит, надо найти число по его процентам. 45 надо разделить на 25 сотых. И получится 180 килограммов. Задача четвертая. Расстояние между двумя пунктами. Пароход проходит вниз по течению реки за 4 часа, а вверх по течению за 6 часов. За сколько часов проплывет между пунктами бревно? Бревно плывет со скоростью течения реки. Обозначим за x расстояние между этими пунктами. Расстояние x километров за 4 часа. Вот такова скорость парохода по течению. Когда пароход против течения, его скорость x разделить на 6. Значение разности этих скоростей – это удвоенная скорость течения реки. Значит, скорость течения реки в 2 раза меньше. X делить на 24. Такова скорость течения реки. Расстояние x километров со скоростью x 24 бревно проплывет за 24 часа. Ответ – 24 часа. Задача пятая. В двух баках по 400 литров воды. Каждый час из первого вытекает 20 литров, а из второго 10. Через сколько часов во втором останется воды в 3 раза больше, чем в первом? Вопрос задачи обозначим за x. Через x часов это произойдет. В первом баке через x часов будет вот столько воды, и в нем будет в 3 раза меньше. Значит, надо умножить на 3. А во втором останется вот столько. 400 минус
10х. Решая уравнение, находим значение х. Х равен 16, через 16 часов.